Всем доброго здоровечка. Всех поздравляю с первым днем лета. Сегодня 1 июня. Не знаю, как у вас. У нас выдался довольно дождливый день. Уже с часов 10 утра идет дождь. Но дождь идет такой тихий, теплый, летний по-настоящему. Вот, как видите, деревья не шевелятся, ветра нет. Идет дождь. И довольно тепло, градусов 18-20, наверное. Одним словом, просто замечательно. Тем более, что дождь должен идти, его ожидали и ждут. Вот сейчас он то усиливается, то как бы такой вот, знаете, пропадает дождь, но опять вот только что вот начался более сильный. Вон там, как видите, светло даже. Возможно, даже светит солнышко, а вот у нас идет дождь. Капли такие большие. Все зеленеет, радуется дождю. Просто супер. А вон там, дальше, вообще такая очень пасмурная погода, наверное, настоящий ливень. А вот здесь у нас уже как бы дождь идет на убыль. Даже становится как-то светлее. У меня из окон, из всех окон моей квартиры, кстати, они выходят на запад, на западную сторону. Восход солнца я не вижу, но вот закат частенько я наблюдаю свои окна. И у нас за окнами вот такой вот потрясающий вид. Ну, правда, его портит чуть-чуть всякие стройки. Здесь начали, раздали участки, стройки идут. Вот такие вот всякие фундаменты. Но все зеленые, огороды вон там, дальше поля и дождь. Вообще комфортная погода. Но больше всего меня удивляет тот момент, что вон там огороды, а на огороде даже кто-то что-то делает. Что он там делает, такой дождь? Дождь идет уже второй час, и этот человек, женщина, до сих пор на этом огороде что-то там ищет или сажает. Ну, не знаю. Одним словом, фанат огорода еще тот. Видите, какой дождь. Правда, зум не очень передает хорошо это, но, как видите, это далеко. Еще раз всех с летом, с наступлением этой прекрасной поры года, точнее времени года. Поздравляю, отдыхайте, наслаждайтесь теплом, солнышком. Всем хорошего настроения. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.